Впечатление грандиозное. Я как-то не ожидал, что это таких масштабов мероприятия. Не, ну как бы я знал, кто будет спикерами, сколько это длится, какие темы. Мы все получили расписание, но тем не менее это производит лучшее впечатление, чем ожидалось. Тем более, что на предыдущих я не был и не могу сравнить. Может быть, они были лучше, хуже, тут я не могу сказать. Этот прекрасный пока что. О нашем университете что-то знаете? Да? Я знаком с некоторыми его сотрудниками, в частности, с ректором и кое с кем еще. С вашей точки зрения, оправдал проведение вот этого форума? Вот именно ваша часть, сегодня вы выступали? Я выступал на небольшой сессии про популяризацию науки, на которой случился аншлаг. Это было очень приятно. По-моему, там все выступили очень хорошо. И приятно, что люди интересуются не только наукой, но и ее популяризацией. Потому что это очень важно. Завлекать в это дело тех, кто не только ходит в университет и по обязанности как бы этим занимается, а тех, кому просто это может быть интересно. Надо изобретать язык, на котором людям понятно и интересно рассказывать обо всем, что происходит замечательно во всех отраслях науки. Постепенно это получается. Я смотрю, что за последние годы в России в целом и во многих регионах наука стала интересоваться гораздо больше людей. На это есть у меня специальная статистика, данные по заходам на мои сайты и на чьи-то другие. Ну и вообще по количеству обращений, материалов в сети, не только в сети, по гигантскому количеству научно-популярной литературы, которая стала издаваться в последние годы. И это очень приятно, потому что в 2000-х годах было невозможно издать никакой научпоп. Издатели были уверены, что этим никто не интересуется. А сейчас совершенно другая картина, это здорово.